Еще не спит никто. Много не спит. Я обещал в магазин сходить. О, народ-то сколько не спит. Что за дела? Яйца курю. Да. Эклеры. Да-да-да. Именно они. Блять, кнопка ебаная. Так, сейчас курицу наберем. Вот она, курица. Так. Так, так. Что, ладно? Число-то какое? 7-е, блять, 7-е, 8-е. Надо что-нибудь посвежее. 8-е. Со мной, да, со мной хуй снес. Так. 8-е. Блять, подожди, это что такое? Блять, это хоть филе? Ты сейчас наберешь что-нибудь. Да, филе. Так. Ну что, курица. Курица есть? Овощи я не буду брать, у меня там есть еще. Мне что-то... А! Яйца надо взять. Что, вот такой магазин у меня тут есть. Любимый. Бороды что-то нет еще. Борода, блядь, наверное, не дождался, уснул. Так, что берем? Что берем? Охуеть цены. Блядь, 115. C0. Блин, да, борода, что-то вообще это самое. Где борода-то? Магазин называется «Я любимый». Так, ну я беру всегда C0. Я любимый магазин называется. Так, ща. Блять. C0. Оуе. Оуе, блять, уже 150 лет нету. Оуе этого. Так. Так. Еще нам. А побольше взять. Яйца улетают в момент. Я, кстати, заметил, я, по-моему, говорил уже, берешь С1, когда расколачиваешь там, блядь, белка реально намного меньше получается, чем С0. Поэтому, так, сколько там, раз, 5 пачек, 5 это на, не, на 3. Ладно, пусть не хватит пока. Так. Не, в бутылках не беру, мне что-то не пошел. В бутылках белок ни хера не пошел. Конечно, яйцо меньше. И это самое. Но нереально меньше. Так. Колбаса, блядь. Ёбаная колбаса. Ну, я, кстати, здесь кое-что беру. Кабаносики. А вот это можно брать? Что? Вот эти вот кабаноси. Ну, одну, наверное. Они свежайшие, да? Отлично. Сало не, ну, иногда ем такое свое. Родственники, которые там могут подогнать. У меня брат двоюродный, сало делает вообще огонь. Работники круглосуточно. О, борода. Блин, ну это так получилось. Мы тебя потеряли здесь, борода. Народ заволновался, что тебя нет. Прям аж напряглись немного. Думаю, блять, может, вырубился, уснул. Так. Еще, может, сыра взять. Сыр, блядь, давно не ел, кстати. Так, а что за сыр-то вообще? Бессонница?
меня тоже такая же херня, я вообще ночной. Так, блять, я тут в этих пакетах ничего не понимаю. А вы мне можете сыр нарезать там еще? Ща, я выберу нормальный сыр. С дырками, блядь. Сыр с дырками. Так, вот, дырки уже вижу. Так, так. А какой-нибудь, блин, с дырками большими, как Маздам там или что-то такое есть? Вот это что такое? Монтеррей. Так, это что? Это что такое? Тоже какой-то Монтеррей. А Маздам президент или что-то такое? Нету? Ну, давайте тот попробуем. Вот этот с дырками вот какой-нибудь. Второй? Ну давайте. Это что? Да. То же самое? Я не знаю, наверное. Вы мне можете порезать? Доброй ночи. Ну вот я с дырками такой люблю. А, вон есть. А вы режьте, там что посмотрим. Не, вот с этой, да. Блин, а я хрен его знает. Я еще это. Брал это свали называется, он уже там в этих упаковках тоже нормальный был. Это, сука, магазин, конечно, не дешевый, вот этот и любимый. Вот видите, как магазин называется? Супермаркет, я сердечко. Сыр, бутерброд, вот с белым хлебом. Сейчас хлеб возьму, и как я сыр кушаю. Давайте, Германии спать обязательно. Где он? Блядь, где он? На Симферопольском шоссе, блядь, он где? В Щербинке. Вот где, на дороге прям в Щербинке. Он ночной. Тут заебись все. А, да, да, хватит. Лопатку? Что за лопатку? Доброй ночи. А, арбуз руки. Блин. Ну, что-то я обабаиваюсь. Пока. Ломбер. А мы сейчас посмотрим, что это такое. Это... В глобус. Глобус это чуть дальше, по-моему, там... Спасибо. Так, это сыр Монтеррей, элитный, нормально, давно сыр не ел. Так, надо хлеба тогда взять еще белого, бутербродик с сыром, с утреца. Это же не с утреца, а просто. Я могу, кстати, сыр просто так, блядь, между делом зайти на кухню, 2-3 кусочка, пиум, закинуть. Ща возьму батон белого, пусть будет. Я, кстати, особо не ем, он мне обычно плесневеет постоянно. Так, блядь, чуть помягче-то. Нарезной. Пусть будет, мало ли пригодится. Так. Ну, без эклера. Сыра. Сань, сыра, да? Блядь. Так, эклер, эклер. Злоебучий эклер, вот он.
какой-то потрескал. Возьму тоже один эклер. Я просто массы потерял, блядь, и хуя, надо восстанавливать. Творог. Сейчас идем к творогу. Так, это что такое? Нет, это не мой отдел. Творог обязательно. Сахар самое главное, не забыть. Творог похуй. Самое главное сахар. И кефир 100 лет не пил. Возьми парочку. Так, вот мой творог. Да какой 114, я, блядь, 110 на вес. Я схуднул. Вообще жестко схуднул. Таких. Творог вот какой, 0%. Домик 340 грамм. Пачка как раз на ночь заходит вообще на ура. Примерно грамм 40 белка получается в пачке. А борода тебе на сыр пробила. Так, отлично, приятного аппетита. Кстати, семечки, вот я когда сушусь, вот эти хуячу. Вот эти, от Мартина. И у меня, блядь, мешками эти семечки. Да, это мой секрет, я как бы аппетит забиваю семечками. Немного погрызу, и все, отлично. Кефир редко, вот сейчас вот увидел, захотелось, но не на постоянной основе. А приду, он прям сразу пакет замочу и забуду про него. Мне что-то это самое, с режимом беда, надо, блядь, все по бумажке расписать себе. Ну, немного, это, блин, хуй знает сколько, немного. Ну, там маленькая пачка, там пол пачки. Погрызу. Так, что тут? А, блядь, ну рис у меня вроде есть. Вот здесь, сука, рис не продается. Надо в перекрестке, блядь, я забыл. А, сейчас я посмотрю, сколько грамм эта пачка. Допустим, пол пачки. В пачке, блядь, сейчас, сколько здесь грамм? 100 грамм, 50 грамм получается я херачу, грубо говоря. Сейчас почитаем, что здесь ради интереса. Сейчас я это найду. Семечка. Семечки обжаренные, срок. Блядь, где состав-то? Сейчас. Я не вижу кварийность. Это где у них тут? Блядь. Что, нет, что ли? Так, вот. Белки 20 грамм. Углеводы 5. Жиры 52. Короче, делаем вывод. Жиров я ем крайне мало. Поэтому единственное, что я оттуда получаю, кварин, это жиры. Вот. Ну да. А он полезен. Он для обмена веществ, как видите, там, блядь, несчастные, там грамм 10-15, которые я получу, они только в пользу мне пойдут, нежели это самое, во вред. Так, о. Нет, нельзя. А? Нет. А что вы хотели? Так, вот, сахар. Я сам поставил лучше. А? Я сам лучше пауэрлифтер, что а, пауэр. Я сам мастер только за годика три назад. Ну, там грибы кусали, посмотрите. Я сам мастер только по пауэрлифтеру. У меня просто перископ включен здесь. Я сам, я показал бы. Да ладно, я захожу еще. Железом, так, да? Я захожу часто, как-нибудь поговорим. Просто сейчас на связи. Да. Спасибо. Так. Блин. На самом деле я его нагрубил ему,
потому что я думал, что он сейчас будет мне предъявлять, что я тут хожу с телефоном, что-то снимаю. Поэтому мне пришлось сначала грубо ответить. А потом оказалось, что он просто бывший пауэрлифтер. Так. Что-то я забыл, что хотел. Так, народ, что еще не купил? Так, что еще не купил? Блять. Дай бог памяти. Так, смотрим сюда. Так, овсянка есть на утро. Яйца есть. Сахар есть. Грудка есть. Рис дома есть. Творог есть. Кефир. Все. Батон. Батон купил. Да-да-да. Нет, льняное масло, я буду блевать дальше, чем видеть с этого льняного масла. Так. Лопата, блядь. Борода, лопата. Не, может, морожку взять? Аппетит, блядь, перебивать неохота. А, кстати, блядь, журнал не появился. Сука, предыдущий журнал вот здесь это, который с моей обложкой, блядь, должен быть. Предыдущий журнал был с Семенихиным на обложке. Здесь лежал, блядь, очень долго. Семенихин пропал, а новый так и не вышел на обложке, где моя обложка. Что-то я так его нихера и не видел. Может, что-то случилось с журналом? Сука, не вижу. Маска Вент Фитнес. Нету. Куриные печени? Не, не ем. Да я как-то это самое. С грилем подсел на грудку и все. Птичье молоко. Да, блядь, я заходил за птичьим молоком, ё-моё. Оно продается в Перекрестке. Я там взял этот Геркулес, потому что здесь Геркулеса такого нет, который я беру. А птичье молоко, сука, не нашел там, закончилось. Да, борода, нету тортика моего. Какой футбол? Это что, Железный мир? Ну, это халявное, как обычно, блядь, соревнование. Вот. Я футболки вообще не покупаю. Я только футболки себе, майки покупал у этого, у Димы Коломойцева. Эти Небе там, Олимп, еще что-то. Вот. А так их не покупаю, у меня их там до жопы с соревнований. Да. Борода, ищу лопату, нихуя нет лопаты. Ножи есть, а лопаты нет. Не, серьезно, лопаты нихуя нет. Так, вот суки, надо в хозяйство не заехать. Бухла немерено, а лопаты нет, блядь. Так, да, для арбузов. А чё, дома включать или не включать? Или, блядь, дома уже будет за 2 часа слишком? Ладно, посмотрим. Сейчас пойду на кассу. Так, ну вроде все взял. Мне самое главное сахар, блядь. Я сегодня, блядь, с утра без сахара. Ужас просто. Да нет, сейчас грудку пойду жарить. Все, ладно, народ, я подключусь через чего-нибудь. Через полчаса. Да, сахар самое главное. Давай, борода, точно буду. Блять, кнопка ебучая.